Здорово, старички, с вами Рима. Сегодня у нас очередная серия игры под названием EVE Online. Прямо сейчас в видео мы разбираем цитадель наших заклятых врагов под названием Тест Альянс. Сейчас вот-вот она должна лопнуть, и мы, кстати, посмотрим, как это вообще эффект. Какой здесь эффект? Потому что я впервые разбираю цитадель после долгих, как говорится, странствий в других играх. В Еве очень много разного чего появилось. Теперь вы знаете, да, то есть в больших цитаделях мы сможем даже докать титаны. Докать — это я имею в виду стыковать. Бум. Пошла мазута. В вокальном чате не тыкайте, сейчас опять вас какой-нибудь гик на лугуны пригласят. Блин, звуки обалденные просто. Пригласят, я уже в нем сижу. Разгон на экзет, разгон на экзет. Подожди, с ним взорвал. О. Кстати, к слову, если взорвали вашу цитадель, все, что было внутри, оно не пропадает, оно не уничтожается. Оно автоматически перемещается в другую, в ближайшую систему, на станцию, либо, а там уже, если эта станция нейтральная, и вам допуска нет, то вам придется как-то... Короче, вещи не пропадают. Красота. Дронов отзывать не забываем. Ну что ж, друзья, сделали мы свое грязное дело. Сейчас наша задача — вернуться к себе в домашнюю систему. И я вам сейчас покажу, как происходят пропрыги через титаны в нашу домашку. Это просто невероятное зрелище. Ну, я думаю, старички уже видели. Я для тех, именно кто не видел, кто впервые знает, узнает, вернее, про игру и начинает с ней ознакомливаться. Вот так вот наш флот. Давайте посмотрим сразу ПКМ Титан Джамп. Это наш джамп. Титан. Прыгаем быстренько. Вслед за нами стоим. Наш Титан тоже пропрыгивает куда? По цене. Стоим куда-то, подтягиваем. Никто в док не уходит. Никто не уходит в док. Это наш ВК. На чат ловили. На чат ловили. На чат сели сейчас. А, мы сейчас, походу, титан будем бомбать свой. Сейчас титан припрыгнет, смотрите, ребята. Ну? Ну, у каракала. 50-ку опять гердер полетит. 50-ку опять гердер полетит. Ой, блин. Это такие наши маленькие движухи в Red Альянсе. Напомню, друзья мои, есть у нас Академия, Red Академия. Кто хочет присоединиться... На МВД начатло, подтянулись еще раз. К нашему альянсу он обязательно должен пройти все, как говорится, процедуры. И, конечно же, обучиться, если он старый игрок, пройти проверку. Я лично буду с каждым общаться. И прочее, прочее. Потом есть вероятность, что он присоединится в нашу основную корпорацию. Все, где все. Мы там ПВПшим, крабим, рубим бабло. Сливаемся, либо сливаем. Народ, в общем, живем в нулях. Чатло, подтянитесь. Убивантус. Убитый, походу. Убивашка, ёпты. Так, где наш... Вот он мой, хороший. Титан пришел. Какой красавец, вы посмотрите, ребята. Амарский титан. Аватар. Че, бомбануть титан, что ли? Конечно. Я так, думаю, пацаны. Один цикл МВД сейчас. Своим цептером, конечно, делаем, я его... Делаем начатное. Один цикл МВД начатное. Потом опрочим титан. Потом опрочим титан. Опрочим титан — это по языке EVE Online, ну, там часть английского языка, конечно, опроч, да? Это подойти как можно ближе к титану, к объекту, который ФК говорит. Опрочим — это подойти. Так, цикл МВД есть у нас, и пытаемся... Давайте, пацаны, разгоним его до 300 км. Давай. Сейчас надо бомбать титан. Он очень медленный, зато очень большой и здоровый. Смотрите, какая красота.
Булава какая-то. Рот открыл такой. Пока 113. Сюда. 113. Ну, я его скорость не вижу, так как я его... У меня его нет в overview. Хотя вот, в принципе, можно сделать. Так, ну чё, вот такие делишки, дорогие друзья. Сейчас, прямо сейчас у вас на экранах будет наш первый вылет. На экранах будут самые новички, у которых вообще, которые впервые запустили игру. И задача этого вылета — рассказать новичкам, как нужно себя вести во время роумов. Так называемых роумы — это вылеты. Во вражеские системы, в системах, где есть вероятность, то, что вы сольетесь, либо не сольетесь, где нам нужно искать новых врагов и где мы будем пвпшить. Конечно же, в этом видео, возможно, мы пвпшить не будем. То есть основы ФК, то есть я вот ФК буду. И, конечно же, из меня ФК не такой уж прям сильный и хороший. Ну, основы я расскажу вам. И если у вас есть терпение, если вы не старик, старичкам рекомендую не смотреть. Вам это, мне кажется, интересно не будет. А тем ребятам, кто хочет вступить в нашу академию и потом, потом после проверки вступить в нашу основную корпорацию, где она находится, конечно же, в нулях, в нашу домашку, то обязательно посмотрите. Там очень-очень важные аспекты, как нужно себя вести. Но это, конечно, помимо фитов, которые я еще не сделал, а обещал показать вам, как нужно фитить корабли и так далее. Но мне кажется, это очень важная часть. EVE Online, когда вы находитесь во флоте, что нужно делать, как реагировать на те или иные команды и как нужно вести себя в тех или иных ситуациях. Я там подробно все рассказываю. Я рассказывал в полголоса. Ну, там все понятно, все четко, все ясно. Так что... приятного вам просмотра. Я думаю, это видео будет полезно для тех ребят, кто хочет летать дальше в EVE Online и так далее. И не забывайте про нашу ссылочку, которая находится в описании видео, либо в комментариях. Если вы впервые, то обязательно регистрируйтесь, ребята. Находите меня в игре. Мой ник Римас, через однерки вместе I, после R, однерка стоит, Римас. И ищите Римаса через поиск. Находите чат. Прям на моем логине тыкайте биографию, там есть чат. Туда заходите, ищите меня, либо конвуйте меня, либо пишите мне письмо. Подаете заявку в академию, и там все есть. Там адрес нашего дискорда, где я там часто, каждый день почти практически сижу. И смогу ответить на те или иные вопросы, касающиеся, конечно же, игры. Ну а остальным всем приятного просмотра. Но прежде гляньте это видео. Это у нас вылет был после цитадельки. В общем, наши ребята должны вот так вот летать со флотом. Мы будем здесь... Кстати, мы здесь ловим крабов всяких грязных и их убиваем.
Ну что, господа, андокаемся. Потихонечку будем ехать в сторону жить. Я сейчас дам дест. Встретим нашего человека и пойдем дальше. Дест это что такое? Дест это конечная система. Когда ты ставишь дест, например, да, вот, например, вот. Вот во флоте. Это наш тест. Destination, да, от слова destination, это место назначения. Натали, у тебя корабль ушатан, что ли? Так, давайте без флуда. Делаем дест правой кнопкой мыши на вот то, что я скинул вам. Оби. Это не прокладка оби. И делаем дест. Да, задать место назначения. Теперь, в левом верхнем углу, где Осман написано, есть буква А, чуть ниже. Видите ее маршрут? Самый короткий поставить? Самый короткий игнорирует статус безопасности. Все стаи. Мне нельзя здесь было находиться, ну ладно. Вся охрана на меня зла. Все, полетели. Подождите, куда вы торопитесь, господа? О, все поставили? Да, купить все. Да, давайте без флуда. Все поставили? 4 миллиона кредитов. Давайте без флуда. Ты можешь в комнату уйдем, просто ПВПшно. Кому там 4 миллиона кредитов не хватает? Так, не, кто во флоте, с первое звено? Кто не во флоте, сюда не заходим. В Дискорде первое звено. Мне не хватает... Так, все. 11 прыжков должно получиться, правильно? Правильно, совершенно верно. 11 прыжков. Если какие-то будут вопросы там, я не могу это понять, задавайте. Только без лишних там, вот мне не хватает, у меня жопа горит там, корабль поцарапался. Таких я не хочу слышать сообщений. Вот, а вопросы по существу задавайте. Теперь, смотрите. У вас есть overview в правом углу, можно сказать, в правой части вашего экрана. Это обзорная панель, так называемая. Я сейчас скину свои настройки и объясню, зачем я это сделал. Ну и чтобы нормально ориентироваться во время PvP. Вот мои настройки. Все их качаем. Ой, цветное все. Все, скинул ему миллионы. Качаем. Все? Я. Все скачали? Да. Съебин, классная вкладка. Кто у нас на экстре летит? Пока качают, это Римас, а почему я во второй эскадрилье нахожусь? Ну, потому что в первую ты не влез просто и все. А. В каждой эскадрилье, если мне память не изменяет, это 10 человек. Так, скачали. Смотрите, первый дест. На зеленую кнопку нажимаем дест. Дест это тут непис показывается, ну NPC, корабли, пираты в основном и конечно же люди, но здесь не показывается на, то есть наш флот, либо люди с плюсовым стендингом, либо там наш альянс. То есть вы сейчас никого не видите, правильно? Да. Вы видите только станции, там цитадели и прочие гайки и так далее. Вкладка PvP, переходим на вкладку PvP, красный цвет, это все так же, но неписи нет. То есть основные баталии, конечно же, вы должны вот во вкладке PvP находиться. Вы здесь будете видеть только врагов. И все. Никого больше. Только врагов. Вкладка дроны, это вот когда кто-то выпускает дрон. Вот, например, давайте я сейчас выпущу свой дрон. Вы его не увидите по-любому, потому что вы увидите только вражеские дроны в этой вкладке. То есть, если кто-то будет говорить, типа, ну там, бывает, да, вас дроны пилят, и вы хотите дрон убить, вы переходите на вкладку дроны. Я вам рекомендую эту часть экрана чуть-чуть расширить, влево чуть-чуть, ну как бы взять и перетащить чуть-чуть влево. Не перетащить, а расширить ее. Вот как-то так.
А можно убрать столбец скорость в метрах в секунду? Нельзя. Это очень важно. Это одна из самых важнейших вообще вещей в Еве. Чтобы знать, какая скорость. Чтобы узнать, какая скорость у твоего врага и потенциального противника. Ты можешь ее чуть-чуть укоротить, то есть поменьше сделать. Ну-ка, вот как таблица Excel, понимаешь там? На ноуте плохо влазит. Ну, укороти ее там, подредактируй, под себя ее настрой. Разобрались с дронами? Да. Ну, сейчас, собственно говоря, вкладка Сьюбинг, наверное, все знают, что это такое, да? То есть, когда все плохо, и ты хочешь прям вот по газам дать, да? А это в основном в Еве вы часто такое будете делать. А, либо, по крайней мере, думать об этом, когда вас убивают. А вы включаете эту вкладку, вы здесь не видите ни врагов, никого вообще, кроме объектов, на которые вы сможете, собственно говоря, включить кнопку Сьюбинг, если на вас Point не висит. Point — это у нас дизраптор. А, вкладка. Ну, разная, не разная, это вот включаете вкладку разная, вы сможете увидеть мой флит. Вот, найдите меня. И опрочьте меня, опрочьте, либо просто подлетите ко мне близко, в ноль. Извиняюсь, для Light Electron бластеров не надо эти? Патроны надо. Да. Правой кнопкой по этим бластерам. Я понял. Перезарядить их. Да, вампириш, скинь, пожалуйста, патроны какие нужны. Сначала фит свой скин. Вампиричу покажи. Я негодую вообще-то тут. Тут нету кнопки тюнинг, для анкрабса. Тюнинг я понял, я сейчас поставлю на прокачку. Кто у нас там остался еще? Натали. Так, Эдвард, Белов, на Векстере. Ты походу будешь праймери, походу, на Векстере. И мы будем разводить. Эдвард тут? Наверное, на общем канале осталось. Как на общем канале? Перетащил. Эдвард тут? Да. Ну, мы вообще-то начали уже. Просто в другой канал перешли, я тебя перетащил. Опрочь меня. То есть подлети ко мне близко. Теперь. Если вы увидите врага, например, вот нажмите на вкладку «Разное», залочите меня. Возьмите меня в цель, но не бейте. Все залочили меня? Есть. Вот видите лог, да? Видите мою рожу сверху и мой корабль. И там есть самые важные вот эти вот штуки. Например, орбита, держать станцию и так далее. Вы сможете задать свою орбиту. То есть нажимаете правой кнопкой мыши, выйти на орбиту правой кнопкой мыши и задаете определенный километраж. Например, сделайте на 5 километров, 5000 метров. Правой кнопкой мыши задаете 5000 метров. Это, например, задали, и потом жмете орбиту. Все, 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 что мог, установил. Все, что не мог, все уже забрал. Все, хорошо, ну лети к нам. Хорошо. Вот. ПВП будет происходить, должно всегда происходить, ну тут смотря от ситуации. Бывает ПВП, когда ты оттапливаешь и тянешь врага, тянешь его флот, он пытается тебя догнать, ты от него оттапливаешь и стреляешь. Бывает ПВП, когда уже все, то есть все смешались друг с другом, и чтобы по тебе пушки более-менее не попадали, ты должен орбитить своего обидчика, либо противника, и так далее, и его шатать. Все приняли? Да, на луке, продемонстрируй, как варк. Так, кто у нас скаут? Кто скаут? Ну, единственный таранец, наверное. Давай, скаут плюс нажми на чат. Вот. Видите скаут? Луйка. Правой кнопкой на него
Либо найдите его во флоте, либо в чате правой кнопкой. Угу. Флот. Вторая. Есть? Флот. Есть. Показать подробно. Подожди, блядь, где эта херня-то? Я уже забыл. А, и добавить его в список наблюдения. У меня он уже добавлен, в принципе. Отслеживать? Да. Нет, добавить его в список наблюдения. Там должно так. У меня добавлен, как там должно быть? Вампир, посмотри. Добавить список наблюдения. Да, добавить список наблюдения. Все добавили? У меня такого нету. У меня есть отслеживать. Нет. Лука, флот. И почти в самом низу будет добавить, точнее, в самом низу будет добавить список наблюдения. А, да. Все добавили? Да, да, готово. У вас появляется такое маленькое окошечко. Эту окошечко ставьте рядом с, ну, в правом, там, где вам удобно. И когда я буду говорить варп, либо прыгаем на нашего скаута, в данный момент это у нас Луйка. Я правильно, да, называй ник? А, хрен его знает. Данный ник Луйка. Вот смотрите, правой кнопкой мыши нажимаете на Луйка. И приблизиться. Если он будет находиться далеко от нас, то варп-движок включить. Луйка, вот отлети куда-нибудь. Допустим, ты поймал какую-то цель. Там, куда-нибудь на планету на какую-нибудь. На расстоянии... От варпать? От вас подальше? Да-да-да. В любое место. На какое расстояние приварпывать, я так понимаю, будет обговорено отдельно? Да? Конечно, да. Да, будет обговорено отдельно. По умолчанию всегда варпаете. Ставим PvP вкладку. Убирай меня из лока, все. Можете на Варнагу сначала варпануть вообще. Кстати, кто там битый по армору? Натали. А прыгать в ноль или как? Я скажу. Ну? Теперь, когда вы во флоте всегда, у вас вкладка флот в правом углу, который где возле дронов, она должна быть раскрыта отдельным окном. И открыта история. Видите, да, мой флот в правом? И история. Да, да. Вот видите в истории, что я сказал? Взять разгон на кастом офис. А, там, угу. Например, Осман и так далее. Правой кнопкой на это сообщение. Вообще в Еве можно всегда все правой кнопкой делать. Правой кнопкой. И также взять разгон. Все купил, все купил, все лечу. Встать разгон. На разгон. Все встали? Готов. Историю видите, да? То есть вы поняли, да, о чем идет речь? То есть флот, ага. История. То есть у вас вот эта вкладка, она должна быть всегда открыта, когда вы находитесь в роме. А, некоторые сообщения будут озвучиваться. Ну, я же не буду говорить, пойдите там разгон на пятую планету. Вы уже не знаете, где эта пятая планета, правильно? То есть вам надо открыть, найти ее и так далее. И в этот же момент я буду ее еще вот здесь прописывать, вам эту цель. Извиняюсь, все взяли разгон? Вы еще... Извиняюсь, вы еще находитесь в той, которая... Там, где наша академия? Вампиры чек-то да, да, да. Валят. Все вроде взяли разгон, да? Да. Так, теперь смотрите. Варп на Луйка. В ноль. Уходим? В ноль, варп на Луйка. На нашего скаута. Спасибо. Чем мы становились разгон на офис? Ну так, просто для тренировки. А. Я думал, мы туда будем. Нет. Понимаете, во время вылетов... Планы могут меняться в 100 раз, понимаете? Вы должны всегда слушать флит-командера и этот, как говорится, вот, например, взять разгон на звезду, да?
Потом отмена. Взять разгон на такой-то объект. Все, взяли разгон на такой-то объект. Отмена. Сваливаем удочки, сматываем, мы сейчас убьемся, все, и сваливаем, и так далее. То есть тут это Ева, а Ева суровая. Все, вроде бы все взяли разгон на это, да? Так, когда я вам говорю разгон, отмечу разгон и прыг, либо варп, будем говорить варп, это две разные вещи. Когда ты делаешь разгон, и зачем говорят это, ну, вообще зачем делать разгон? Когда ты делаешь, вот давайте разгон на подесту. Подесту это вот на гайку желтую, которая показана у вас в правом. То есть, по нашему, вот, когда вы берете разгон, все взяли разгон? Разгон на Оло. На ворота? Да, на Оло. Ворота Оло. Угу. Все разгон на Оло взяли, да? Зачем это делается? Чтобы при случае быстренько сделать варп-прыжок. То есть, он уже корабль разгон взял, и когда ты нажимаешь варп-прыжок, он не будет там, там держ... ну, как бы разворачиваться и так далее, время терять, пока он не развернется и так далее. Он просто возьмет и войдет в варп. Сейчас на счет 3 скажу варп. На счет 3. Раз, два, три. Варп. Вот видите, мы все мгновенно улетели. Можно еще дополню? Когда флитком говорит варп на что-то, вы не задаете вопрос в ноль или не в ноль. То есть всегда говорится по умолчанию в ноль, но если какая-либо другая информация, то обязательно флитком дополнит. Да, да, варп, да. Сейчас вот по поводу дополнительной информации я сейчас буду говорить. Да по сути ты можешь сказать весь флот сам варпать. Когда я говорю варп на какую-то гайку, это не означает, что нужно прыгать, то есть нажимать пропрыг. Это очень важный момент, когда флитком говорит варп, вы не должны прыгать в эти ворота, то есть проходить в эти ворота не должны, вы должны стоять. Не понял. Много бирюзовых появилось. Это нейтралы, мы в империи. Вы что, только проснулись? Их не трогаем, мы в империи, если сейчас будете агрессировать, у вас просто конкорд сольет и все. Так, разгон. Кстати, флит командор может вас варпнуть весь полностью. Ну, так как у нас вроде бы сейчас вторая эскадрилья, да, есть, кажется. Да. Вампир сидит почему-то. Встали разгон на эту станцию. На эту, на какую? Вот, пожалуйста. Разгон по истории, по, ну вот, вот, вот я себе говорю на эту станцию, вы должны смотреть историю во флоте, а не задавать вопросы. Я же об этом говорил только что 5 минут назад. То есть разгон на станцию такую-то, такую-то, четвертая луна, да, там, четвертый спутник. Если вы не слышите дополнительную информацию со стороны флиткома, вы должны всегда смотреть на бродкаст, так называемый. Бродкаст это вот именно история. Так, теперь, когда флитком говорит варп на 100, либо на 50, на тот или иной объект, в данный момент это у нас на станции, да, который вы держите разгон, вы правой кнопкой нажимаете, перейти в варп-режим на 50 километров. Например, если я говорю 50, давайте все варп-режим на 50 километров. Вампир, что у тебя вопросы были? Нет. Самир, мы сейчас по хайсекам, и там два лоу идет, да? Там потом дальше лоу дест я прокидывал. А, я просто поставил... Вот дест, вот еще раз обновил. Дест, вот он. И все поставили, да, этот, игнорирует статус безопасности? Да. Ну что, кто у нас там фитился еще? Все, я уже это почти прилетел. Почти или еще не прилетел? Два гиперворота. Почти не долетел. Разгон на Оло.
Разгон на Олу. Зря не надо активировать бустеры. Я имею в виду варп, господи. МВД. Всегда экономьте свою капу. Всегда. Тоже повлетал. Варп. Мне можно. Варп по тесту. На Ола не проходим. Просто варп. Варп на Оло не проходим. Ребята, если что, задавайте вопросы, то не стесняйтесь там по существу. Извиняюсь. Тут Тумблер написал просто в чате. Я бы вообще все пришли. Тихо. Все пришли. Еще один момент. Когда происходят битвы какие-то возле врат, да, либо возле станции, и вы уже в агрессии, агрессия здесь у нас одна минута. Ну, такая агрессия, которая вам не даст пройти в ворота, либо докнуться в станцию. Если вы начали кого-то бить и смотрите, что вам пипец, и вы хотите пройти на ворота, вы не сможете в течение одной минуты, потому что у вас будет висеть агра. Поэтому всегда учитывайте этот момент, если вы там соло PvP-шер, там в будущем, да, будете, и так далее. Что такое? Смотри чат. Да ладно, давайте сейчас не будем отвлекаться. Если вы там соло PvP-шер, там кого-то поймали, и видите, что у вас начинает херачить, хотите сбросить агру, вы должны рассчитывать, вы должны либо оттопить от него, либо рассчитать, что вы будете одну минуту заблокированы, и вы не сможете пройти вот в эти ворота. После того, как вы скинули агрессию. Всем понятно? Это также и относится к станциям. Но это никак не относится к червоточинам. К этой теме я потом позже вернусь и расскажу, что такое червоточины. То есть червоточины, агрессия, не агрессия, без разницы. Вот, а здесь есть. Это первое. Есть еще 15-минутная агрессия. Если вы бьете человека, да, начали там, убили его, либо просто начали с ним воевать, в течение 15 минут, если вы даже лагофнитесь в космосе, вас могут насканить. То есть ваш корабль будет висеть где-то в космосе. Понимаете? То есть для этого вам нужно, если вам приспичило, там, жена пришла, там, да, с метлой, там, еще что-то, вам надо отойти, вы должны докнуть, то есть найти безопасное место, в станцию, либо еще куда-то, и этот, обезопасить свой корабль, потому что в течение 15 минут вы будете висеть в космосе, если вы оставите свой корабль я прилетел. В этом. В космосе. Всем понятно, да? Если кто-то прилетел, отстал, либо еще что-то, добавьте, кстати, меня тоже в watchlist. То есть... Я же не нажимал киберпрыжок. В наблюдение добавьте меня и Луйка. Я флит-командер, и Луйка это у нас таклер. Все добавили? Вспомнили, как добавлять? Да, есть. Вот. Заходим на Оло. Все заходим. Так кто у нас там отстал еще? Да нет, все уже здесь. Не расклачиваемся. Вот это вот зря вы всегда делаете. То есть, минус когда 2. Минус 2, все. Это значит, что вас убили. Потому что мы заходим вслепую. Мы не знаем, что там. Ну, это например, да, вот в нулях там все. То есть, смотрите, мы зашли в другую систему в течение одной минуты, если вы можете посмотреть в левом верхнем углу, есть такая голубая шняга. То есть, вас никто не видит. То есть, знает, что кто-то зашел, но они не видят, кто это такое, и вас не могут залочить до тех пор, пока эта штука не уйдет, либо пока вы не начнете движение. То есть, сейчас мы двоих потеряли. Это у нас Эндри и, конечно же, Вампирич. Самый опытный. Вампирич от варпа. Ну вот. То есть вот так вот. А если мы заходим в ворота и видим огромное количество врагов, потенциальных там, и да, которые жаждут нас херануть, не дергаемся в течение одной минуты, мы сможем обсудить там пути отступления, либо еще что-то, либо
и так далее. Понимаете? То есть не надо... А если вот они... Спрашивай. А вот если они стоят возле ворот, и мы можем обратно на них топыхнуться? Оттопить ворота можем, да? Да. То есть уже будете слушать своего флит-командера, что будем делать. То есть я буду уже оценивать ситуацию. Я буду принимать решение, будем мы воевать, либо будем спасать свои шкуры, вкладкой Сьюбинка, либо еще что-то. Там уже все зависит от ситуации. Ваша задача ничего не предпринимать, пока ФК вам не скажет. ФК это флитком. Всем понятно? Понятно, да. Топим обратно на Осман. Откуда мы зашли, топим обратно. Обратно топим. Включаем МВД, обратно топим. Быстро, 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 быстро. Если флитком говорит топим, значит включаем МВД, микродрайв. Перегрев. Да. Нет, ну, если кайку топите. Про перегрев я чуть позже. Топим и заходим. Топим и заходим. Заходим обратно. На 3000. Тот, который у меня был форсажа, он вообще разгонял только на 300. Я такой, тут включаю тот, который вы мне скинули. Вообще... Не, ну МВД и АБ, это у них есть свои минусы и плюсы тоже. МВД вам могут выключить, если на вас крамбл навешают. Я так называемый. Я понял, что у меня корабль дерьмо. Я открою секрет. Есть такие корабли, как Фантазм и Найтмар, у которых бонус. Андрей, куда ты пошел? Сейчас. Я тут просто изучилась этот модификации для... То есть мы, если у нас будет ПВП, ты такой можешь просто взять и уйти, да? Я такой хоп и улечу, да. Нельзя так делать, нельзя. Я понимаю. Ты можешь просто сказать, там, вот книга туда-сюда, этот. Ну, понимаете, да, это просто войдет в привычку потом. Да. Извиняюсь. Разгон по бродкасту. Бродкаст, знаете, что такое? Разгон по бродкасту. Какой бродкаст? Бродкаст это вот «Открой флот. История». А, понял. Это лента типа, да? Да. Правой кнопкой не варпать, не прыгать, а просто разгон. Встать в разгон. Варпаем. Я, ребята, могу целым флотом варпать, да, давать приказы, управлять вашими кораблями, но это вам не поможет. То есть лучше всего делать, чтобы... Лучше всего, чтобы вы слушали ФК и делали то, что ФК говорит. Потом, когда вы ПВПшитесь, либо еще какие-то... отдалять камеру — это не грех, это очень хорошо даже. И да, ниже камеры, подожди, где у вас... Да. Это проблемка. В истории у меня написано Осман 7, последний от тебя. Я варпнулся, но все в другую сторону я видел, что полетели. Что за бред? Осман 2. У меня типа Осман 2. Осман 2. У меня Осман 7 написано. У тебя какой ник? 1731. На телеконарс. Блин, он в другой эскадрилье, ёптать. Перекидывай ее выше, у нас 8 тут как раз. Все, перекинул. Всех перекинул. А заново можешь в историю забросить? Да, забросил. Переходим в варп-режим. Так мы тут. Не, я для него говорю. Ну что, докаемся, перевариваем. 5 минут и вылетаем все. Там у кого-то трешер был битый, почините. Да, ремонтируешься там, туда-сюда, там чай, здесь, кофе. Да? Да-да, прямо здесь вот, куда мы прилетели. Здесь, я надеюсь, ремонтное бюро есть у нас? Да, есть. Все, докаемся все. И страховочку можно запилить. Это конец первой части. Если вам нравятся такие видео, разные, информативные, если это можно так назвать, я не знаю, я надеюсь, данное видео вам сильно помогает и... Пишите комментарии, ставьте лайки, конечно же, и присоединяйтесь в нашу группу. Если вы есть в игре, в EVE Online, то, пожалуйста, добро пожаловать. Двери всем открыты, хорошим ребятам, адекватным. Всегда постараемся помочь. То есть вы не подумайте, что я там собираю, да, игроков и все, давай, до свидания. Нет, я пытаюсь как-то организовать, делать вылеты. У нас вылеты почти там в неделю 2-3 раза. В будущем будет
каждый день для именно для новичков. И мы будем летать, сливаться, либо убивать. Короче, Ева — это просто невероятная игра. Так что присоединяйтесь. Я, скажем, лично буду общаться. Как бы, да. То есть я веду канал и так далее, но я всегда выделяю время именно для Евы, чтобы общение и так далее. То есть вы не подумайте, что я там собираю народ и все, да, как я уже говорил, давай, до свидания. Нет, я тут уже дальше буду вести, смотреть. Там некоторые ребята там, да, заходят, потом пропадают, а некоторые остаются вот с теми, кто остается. Я пытаюсь им помочь финансово в игре, конечно же, и информацией, и всякие. В общем, вот как-то так. Всем удачи, до скорых встреч.